докрізь. Зворот былого керівника Литовской Незалежної Республіки до білорусов. Братья белорусы, вы удивляете мир всенародным волевым заявлением. Мы есть. Мы народ. Мы свободная нация. Страна. Мы не подворье никакой-либо державы. И будем сами решать свою судьбу. Мы не колхоз. И председатель с дубинкой нам ни к чему. Вот что вы должны сказать. Но вам для этого необходимо представительство доверия, которое не побоится никакого запугивания и насилия. Выбирайте их по достоинству. Создавайте на местах народные громады и подлинный парламент, белорусскую представительную палату. Народ на площадях ваших городов уже дает вам полномочия.